Причем, когда начинаешь видео снимать, кто-нибудь позвонит, причем непонятный человек, какие-то резинки спрашивает на мой. Ладно. Видос в чем? Купил мотоцикл строителю в подарок. Он меня просил питбайк. Я говорю, зачем тебе питбайк, давай я тебе куплю эндуро. Ну, более-менее большой. Недорогой, конечно, но все-таки. Вот, взял Motoland 250, не помню, то ли LT, но не XR точно, LT, что ли, Enduro Light, что ли, 250. За 78 тысяч, по-моему, да, что-то такое. Вот, а он не знает, что я ему купил его. Я сейчас подъезжаю к дому, вот. Ну, вот я думаю, сейчас реакцию его сниму. Так что он ждал, все ждал, говорит, да ладно, ты мне... Зима начнется, только купишь его. А я вот его хоп и заказал. Блин, отдельная история, как я его туда грузил, в крузак. Я на крузаке сейчас. Сейчас расскажу, это менеджеры питбайк маркета, Илья, это не менеджер, а фиг его знает. Первое, сначала он забыл скинуть карту, куда деньги ему засылать. Потом я говорю, ты какая длина этого, размер коробки. Потому что я знаю, что в крузак влазит там до метр шестьсот миллиметров максимум. Он говорит, нет, там не больше полутора метров, типа. Я говорю, точно? Он говорит, точно, 100%. Приезжаю в деловые забирать, грузим коробку в обрешетке, 1,8 м, 800, то есть она не влазит. А мотоцикл уже загрузили, блять, я эту обрешетку раскручивал в лежачем положении, короче, замудохался, ну, впихнул. Ладно, сейчас заеду, и надеюсь, он там где-нибудь рядом, посмотрим его реакцию. Ворота, кстати, тоже он собирал, точнее, забор. Сейчас. Радоваться, наверное, будет. Не знаю, сегодня успеем его собрать, не успеем. Хотелось бы собрать, завести. Я пока приехал, пока туда-сюда. Время уж 8 часов. О, стоит. Довольный. Но еще не знает, что его ждет. Сейчас. Будет прикольчик. Посмотрим реакцию его. Какая у него реакция будет. Так. Открою. Я снимаю, у меня машина что-то проблема какая-то. Да. Да. Что там? Ух ты. Их ты! А? Нифига себе, а? Проблема! А? Да. Кто сказал, до зимы не купят? Да. А? Хрена себе, блядь. Кто сказал, до зимы не купят? А? Тебе за доставку, бля, я заебался его разбирать. Эти мудаки с питбайк маркета сказали, что он 1,6 м, а он, блядь, 1,8 м в обрешетке. Да. Я его туда засунул, а она вот тут, ебать. И я ее под низом раскручивал. Пиздец завтра будет. Как завтра? Сегодня уже? Да. Мы его сейчас собирать. Я тебя жду жрать, чтобы готовить. Еще не ел. Ничего. Блин, хочется собрать. Да? Привет. Давай, разгружать. Это, а, они ходят тут. Смотри, что он купил. Ага. На, ямки. На, снимай. Будем доставать. Слушай, ну я не знаю как. Его надо, чтобы не поцарапать. Как минимум машину. Машину-то надо идти туда, да? Сейчас это я. Давай да, там это, вот этот лавах, малаш, все вытащим с первого. Тут нет ничего. Лаваш доставай, да. Как я его грузил. Я думал, сегодня не приеду. Хрен уедешь из города. Что, такие пробки, что ли? Там дорогу одну перекрыли через стошку шоссейную. Вот я он валя, снимает-то. Короче, пипец. Краску взял, что ли? Да. Краску взял. Давай, убирай. Сейчас будем... Мы же видео будем еще снимать, собираем как. Да тут оставь, Андрей. Хлеб, конечно. Давай доставать, съемка-то идет. Давай хлеб сюда. Короче, давай, мне я стоит. Там, ты тут принимай.
что он другого цвета. Я думал, это красный, а он на самом деле, что, видишь, лучше. Красный ненавижу. Давай. Пластик, главное, не потери в машине. Не, не поднимай, что. Так. Так. Ещё. Кто из коробки достает, а кто из крузака? Подожди. Опа. Там какой-то. Подожди, а как я его был? Давай еще. Тут. Там где маленький можно. Не надо, это он вообще не уйдет. Мешать будет. Стоп. Сейчас я перехвачусь и все. Готов? Да. Оп. Ставь, ставь на колесо. Фух. Все. Это что такое? Да это обрешетка остатки. Ну вот. Сейчас соберем. Может даже и прокатимся. Так. Ну все. На таймлапс. На таймлапс остались. Ее нету. Все, глуши пока. Ну ты че там? Сейчас, сейчас. Пустил у тебя в огород, блин. Там трещотка, бля, Андрюш. Я знаю. Для удобства. Ну тяни давай, что ты. Тяну. Сильно не тяни, а то сломаешься. Все. Точно все? Да. Уверен? Уверен. Смотри. Давай крестовой аккумулятор прикручу. Так, крестовой. На. Да зачем мне это? Ну-ка. Панель работает. Фу, а не фанеет это. Все работает. 0,01 километра. Класс. Класс. Чего-то они разные, Вадик. Ну не что не ты, Андрюша, быть. Ну что ты, я не могу понять, а? Я думаю, больше его. Вот эти так получается. Один такой, один такой. Да какой один такой? Разные они. Ну, как так? Не получается. Другие вот, эти короткие. Ну вот же ты закрутил. Вот. Ну. Один так, один так. Как так? Вот разные, так. Что? Разные. Один на 14, другой на 13. Ну ладно, ты что? Да, смотри. Как подошли. Ну не одинаково, что-то болтаешь. Нет, вот головка. Не чего? Одинаково. Идите. Ну, Андрюша. Я их не обтягивал. Просто наживет. Пусть помажем. Дай салфетку. Опять? Нет, салфетку. Давай по одному, может? По одному? Конечно. За что его взять-то? Так датчик оторвешь, блядь. Не, я задавил. Все. Может, хватит? Хватит, наверное. Вставляй, вбивай. Вбивай. Вбивай, вбивай, вбивай. Все. Все, давай, идет. Все собрали. Много всяких штучек, непонятно. Не со всеми разобрались. Сейчас заправимся.
сухой. Одну канистру испытаем. Хотел всегда с таким носиком. Потому что с воронкой все равно проливается капли. А с этой, оп. Вот Аня идет. Аня, мы тебя ждем, ищем. А, тут клапан надо еще открыть. Нифига. Нифига, бензин пошел. Он пошел под давлением, а то шипит. А закрываешь, перестает идти. Ну, правильно. Да, что-то полилось. Где-то у нас что-то... Перелив, может? Нет, карбюратор, что ли, шланг не делали, что? А, понятно. Так, что там у нас? А, без бензина. Шланг не одели. Ладно. А я еще на него смотрел. А, без бензина. Поджигай. Я водой помою. Сейчас. Самое главное, не закрепили. Да. Сейчас. А где розовый тряпчик? Вот она, коробочка. Коробочки. Что, снимаешь? Да. Сейчас заводить будем. Да, да. Так. Закрываем. Что-то я не умею сейчас открывать. А, нажимаешь, понял. Ну, поехали, старт. Так. Приборку сними. Давай. Приборку, говорю, сними. Вали. А, этот надо. Подсос? Открыть. Краник? Да, оп. Подсос. Килл свич не включил. Завел. Надо чуть подкрутить, карбюратор будет завтра. Сейчас сел, короче, правоприемник. Да. Да, а как заводить, да? Что тут нажать надо? Ключ можешь повернуть для начала? Да. А, нет? Нет. Вот.
А ты вообще умеешь, нет? Вот этот kill switch, ее не надо трогать. Вот заводи. Ты на скорости ставился? Не, нейтраль горит. У тебя вторая сейчас загорелась. Ну. Включай нейтраль. Вот нейтраль. Может просто не до это. Да, не до выключился. Смотри, не убейся, блядь, аккуратно езжай. Он там уж подрывает, сильно не газует. Блин. Чувствую, у меня строитель может поломаться. Ладно, сейчас вечером сядем с вином, и я расскажу о своих выводах о нем. Я, кстати, уже упал там. Но никто этого не снял. Ну, не упал так, приложил. Все, едет счастливый обладатель мотоцикла. Ну как? Все, нормально. Выезжай. Я там чуть не упал, Вадик, да траву даю жопу вот так. Да. А я тебе говорил. Крузак не въедет. Не, не поедет. Я закачу. Ну закачи, закатывай. А, ты так что ли? Да, я не поеду. Студент. Все, завтра масло поменяем. Я купил матюль. Такой аппарат получился. Не, классно. Вообще прет прям. Только обкатать тур, надо. Туром прям. Там без каски ездить нельзя. А я тебе сказал. Я третий включал, но я сильно не гадал. Я тоже третий включал там. Как дал, у меня жопу на траву попал. Я чуть не улетел. Че, доволен? Конечно, вот так классно. Вообще. Хорошо, что не красные. А? Мне прям нравится цвет. Все, ладно. Сейчас будем шашлыки жарить. Больше, видишь, едешь без.